Ребята, всем привет! Привет! Семейство Щекиных на связи, мы на Бали, отдыхаем. Сегодня мы решили посетить всем семейством спа-салон. Вы смотрели в интернете, очень хорошее предложение. И, к сожалению, находится оно на другом конце острова. Мы сейчас выдвигаемся с нашей деревни в место назначения. И поснимаем обязательно все процессы, потому что девочкам там тоже что есть поделать. И я думаю, что это будет очень здорово. Вы поделитесь своими впечатлениями, как вам будет, да? Спа-салон. Вы были хоть раз в спа-салоне? Нет. Что ждете от этого? Массаж. Массаж. Мне прямо интересно. Детям массаж. Я хочу шоколадный массаж. Мне кажется, там шоколадного массажа не было. Шоколадный спа, да? Наверное, так правильно сказать. Там я видел винный какой-то массаж. Самый такой топчик. Я не знаю, в общем, приедем, послушаем какие-то рекомендации и уже будем согласно этого двигаться дальше. Поехали! Наконец-то мы приехали, ехали примерно 1:15 примерно. И вот он, этот спа-салон. Алло. Как пахнет приятно, да? Твое здоровье? Пробуем. Какой сладенький. Сладенький. Это чай, как он? Каркаде, да. В общем, ребят, смотрите, как мы решили с Катей. У них, в общем, много свободных мест, на самом деле. И поэтому мы решили немного поснимать процессы, как им будем делать. Потому что такое еще я не видел, на самом деле, нигде, наверное, да? Просто, как да. Детям делают спа. Мы могли бы девочки снимать. Даже не понимают, что надо делать, в общем. Вам что там выдали? Трусики, трусики. Да. Переодевайтесь. Сейчас, в общем, переодеваться. Здесь им подготовили уже комнату. Смотрите, набирают ванну. Я так понимаю, вы будете в ванной купаться. Здесь, смотрите, подготовили какие-то лепестки. Здесь ванна почему-то пустая. Здесь, смотрите, улица на самом деле. В общем, ребята, поснимаем все процессы. Я думаю, что вам будет интересно. Попробуем передать эмоции девочек, как им вообще нравится, не нравится. Но они выбрали, кстати, шоколадный спа. Только мы исключили скраб, потому что для молодого тела скраб на самом деле не надо. Сейчас будет им массаж, всякие там мытье ног и маска шоколадная. Все шоколадное. То есть, получается, нужно снять всю одежду и выдают такие одноразовые трусики, потому что будут, видимо, средства использоваться, чтобы не испачкать собственное белье. Так, в первую очередь моют ноги. Как ощущение? Красиво. Ой, балдежницы. Ты посмотри на их лица. Довольные такие. Тебе хорошо? Хорошо. Ну вот они так аккуратненько мнут. Не сильно больно? Нет. Приятно? Слушай, приятно. Смотри, как наминают, получается. А можешь стукать по спинке? Стукать нет, мять будут спинку. Давить это, на разные точки. Это в смысле рельсы, шпалы? Да, нет. Нет, это другие совершенно процедуры. А что делаешь? О, смотрите, взяли масло. Шоколадное масло. Шоколадное масло взяли. В общем, намазывают шоколадное масло. Запах что? Да, есть. Ой, точно, как уже минут 20, наверное, 30 делают массаж. Я девочек вообще ни слова. Позвала меня, говорит, мама, нос чешется. Не могу нос почесать.
Клево. Она взломать. Да. Вот это красоты сало. Здесь маникюр, педикюр, да? Маникюр, педикюр делать, да? Ага. В общем, сейчас я, ребята, пойду на традиционную балийскую... Хилинг? Хилинг называется. В общем, да, вот сейчас меня будет... Ади будет меня сейчас лечить. Пойдемте. В общем, нужно лечь, говорят. Good. Okay. Good. Чуть-чуть. Yeah. Чуть-чуть. Second. Yeah. Second. Here. Second. Yes. Okay. Here. Okay. Okay. Relax. Relax. Okay. До этого болело, сейчас он полечил ауру, и сейчас не болит. Супер. Не понимаю, как это работает, ребята. Нажимает, в общем, на какие-то точки и болит. Он спрашивает, болит или нет, потом начинает очищение. В общем, вот у меня самое больное место было нога. Он меня там что-то поделал, сейчас нажимаю, я прям не больно. Не знаю, как это работает. О! Вас что, шоколадом намазали? Да. Ой-ой-ой. Тебя тоже намазали? Прям полностью от... Я тогда... Помнишь, как делают люди, которые такие вот черные, помнишь? Какие? Какие? Как они называются? Индейцы? Индейцы. Индейцы? Да. А, индейцы. Ты, короче, индейцы. Индейцы. Вы как из племени Чунга-Чанга, да? Да, помнишь? Вон тот вот, который еще... вон тот малыш родился в джунгли. А, да, Маугли. Да, Маугли. Мы сейчас... Маугли. А Ника что, спит, что ли? Нет. Я не сплю. Сейчас мы будем купаться в бане. А вы, кстати, шоколад-то пробовали? Он съедобный? Нет. Вкусный, нет? Хочется попробовать так. Ух, вот такая, говорит. Ну, нет, ну это точно не съедобно, поэтому не надо пробовать. Да, я знаю. Сейчас вас, вам готовят ванну, сейчас пойдете отмываться... От этого? Шоколад, от шоколада, да. Ну да. Но зато очень вкусно пахнет и очень приятно они делают спа. Ну, прикиньте, я буду потом шоколадками пахнуть. Окей. Ну что у тебя болит? До этого как щекотка была какая-то. Ну болит у тебя где-нибудь? Болело? Да, у меня на ноге болело в двух местах. Ну полечил, сейчас не болит? Да, не болит. Вообще. Как это работает, я вообще не понимаю. Чак дянтум. Сейчас это сердце. Сердце. Сердце? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Я. Here. 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 Чуть-чуть. Чуть-чуть. Yeah. Okay. Relax. Om Namah Shivaya. Okay. It's good. Fine. Okay. 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 Слушай, ну интересно, правда, он сначала мне надавливает на какую-то точку, мне больно. Он просто подул, погладил, что-то пошептал, и потом на эту же точку надавливает, мне нету боли. Есть такое? Я вообще не понимаю, как это работает. Так, пойдем посмотрим, что с нашими курочками тут. Ощущаешь себя начинкой из шоколада? А? Ощущаешь? Я спряталась. Спряталась. Полина, а ты ощущаешь себя начинкой шоколадки? Да. Так, в общем, наших курочек в ванну поместили. Ой, довольные. Лепестки настоящие. Им посмотри, поставили цветочек какой. В
этот... Пушка, воткнули. Такие... В общем, их после шоколадной процедуры, сейчас происходит процедуры отмывания от этого всего шоколада, лепестки, вода теплая, лепестки настоящие, пахнет. Слушайте, все для вас. Вся в лепестках такая. Глаза такие у них сонные. Чай принесли. Thank you. О, какие фотографии Катя делает у нас, ничего себе. Довольная такая, сфотографировала. Ой. Ну это вот девчонкам, да, такое нравится на самом деле, да? Я вот так представляю, я такой в лепестках такой лежу. Смотрите, какую красоту мне приготовили. Flower butter spit in it. After that, you can take sour and this hot water and cool. This body shower and shampoo. Okay. This shower. After shower, make sure you shower. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. В общем, рассказала, что нужно поделать. Только я не расслышал, сколько минут она сказала посидеть. 15 минут посидеть. Ребята, какие кайфушки вообще. Сейчас маленечко вам расскажу, что было. Это специально. В общем, был массаж, наикрутейший массаж, с маслом, со всеми делами. Потом нанесли скраб какой-то, как цемент, короче, какой-то, я не знаю. Он вообще наносит, он застывает и имеет такие мелкие, мельчайшие абразив, да? Наверное, так, да, назовем? Ну, скраб, в общем, да. В общем, короче, был скраб. Пошоркали именно этим скрабом. Потом нанесли йогурт. Йогурт нанесли после скраба, вообще клево. И после всего этого ванна с лепестками. Как тебе? Вообще класс. И есть такое прикольное какое-то уединение с природой все-таки. Посмотри. Мы чуть ли не на улице находимся. Но и прикольно, знаешь, то, что вдвоем как-то, да? Сейчас помоемся, выйдем и расскажем уже. Пока мы тут с Катей принимали ванны, тут уже, смотрите, убрались, постелили новое белье, положили новые трусы, в общем, все красиво оформили. Чем занимались, показывайте? Смотрели мультики. Мультики смотрели, ну, хорошее занятие. Линия, в общем, лечат тоже таким же способом, таким же методом. В общем, ребята, поделали мы все процедуры, девочки сделали массаж, мы сделали тоже спа, и, в общем, ходили, тут видео снимали, подходит к нам мистер Ади, как выяснилось, это хозяин этого заведения, говорит, почему здесь снимаете и так далее. Мы сказали, что у нас канал на YouTube, сказали, что вот снимаем для наших подписчиков видео. Он говорит, согласился нам предоставить скидку. И, в общем, я вас еще удивлю, он еще хочет сделать скидку вам. По кодовому слову LAVAI вы можете сюда прийти, ссылку оставлю про это место в описании и адрес этого места оставлю в описании. Скажите кодовое слово LAVAI и вам будет 20% скидка. Thank you, мистер. Thank you. Ребята, в общем, проезжали мимо нашей гостиницы, здесь торговый центр. Вы, наверное, уже видели, мы здесь уже останавливались, здесь кушали. И мы что-то с этими процедурками, на самом деле, проголодались, решили заехать покушать. Хотелось бы все-таки у девчонок спросить, как вам процедурки? Первый раз вы делали такие процедурки? Мне больше понравилось, получается, как нам делали массаж и наливали на тело шоколад. А потом, потом еще мы делали из роз такой вот ванну. Очень было клево. И еще мне полечили ухо. Он, получается, говорил вот так вот, делал мне чуть-чуть больно.
а потом говорил, типа, больно. Я говорила иногда больно, и иногда говорила нет. Вот. Что-то раз, фу, подул, потом надавил, не болит. Я не понимаю, как он это делает тоже. Кармен моя, ванная, лежит такая, лепестки цветков ее окружили. Тебе понравилось? Ну давай рассказывай, что мне понравилось. Мне понравилось, когда нам делали массаж шоколадный. Ну, шоколадом. Да, шоколадом. И мне еще понравилось ванной, там и цветы. Мне очень понравилось. По поводу ощущений, мне очень понравилось. У меня ни разу такого не было, чтобы какие-то были процедурки, потом еще ванну принимать там и так далее. Это в целом клево, в общем, комплексом выглядело. Катюш, есть что добавить? Не то, что я не любитель, да, массажа. Я просто... Для меня это что-то такое, ну, как бы, личное, интимное, и я не готова делать массаж регулярно, каждый день или там через день. То есть для меня это какой-то праздник тела. И сегодня вот прям был действительно праздник тела, очень приятно было, скраб этот очень приятный, ванна приятная, в общем, все было прям на высоте. И, кстати, хотелось бы отметить то, что здание само стоит, ну, так выглядит аутентично, то есть оно получается все из дерева, из камня. Наши комнаты находились вообще на улице, можно сказать. И вот есть такое присутствие, уединение с природой, что ли, ну что такое есть в этом. На этом закончим. Я думаю, что мы вам передали свое настроение по поводу посещения спа. Если сравнивать с Таиландом, то мне здесь больше понравилось. Но я признаюсь, что я в Таиланде похожие процедуры не пробовал. С ваннами, со всеми делами, со скрабом я такое не пробовал. Делал просто массаж, там, общий, тайский и так далее. Он тоже, не, безусловно, хороший, но такого комплекса не было. Вот, поэтому мне понравилось. И, собственно, на этом закончим, ребята. Давайте увидимся в следующих видео. Подпишитесь, если кто не успел подписаться. Впереди у нас Кентамани тур. Это буквально уже завтра. Это, в общем, обзорная экскурсия по острову Бали. Увидимся, всем пока. Пока.